Сломался обогреватель Electrolux. У него отгорел контакт от тена. Надо как-то починить. Вырезал пластинку из нержавейки. Теперь ее надо аргоном аккуратно приварить. Контакт приварен. И через разъем будет соединяться. Работать он еще не будет, так как в нем сгорела микросхема. В блоке управления надо еще менять микросхему. Наростил контакт. И теперь клемма хорошо на нем сидит. Такая вот панель управления. И плата контроля питания. В этом месте стояла микросхема, которая сгорела. Определить я не смог, что за микросхема. По выводам я понял, что это два канала управления реле и стабилизатор 5 вольт. И все это в одной микросхеме. Подходящую микросхему подобрать не удалось. Родной микросхемы в продаже тоже нигде нет. Даташит на нее я тоже не смог найти. Сделал следующее. В питание поставил кренку 5 вольт. Вот она кренка. В управление реле поставил вот эту микросхему. ULN2003APG. Вот эти три вывода, это 6, 7 и 8. Это два входных сигнала и минус. С другой стороны, справа крайне это плюс. Остальные два выход на управление реле. Вывел ее на проводах. Таким вот образом ножки у нее откусил, чтобы не мешались. Все это дело подключаем на место. И включаем сеть. Мозги заработали. Виду все работает. Теперь это надо все собрать и испытать, как оно будет работать. Припаянные провода надо залить термоклеем. Имеется гироскутер с дохлым аккумулятором. Надо его вынуть и собрать новый аккумулятор. Литий-ион 10S2P, 36 вольт, 4,4 ампера. Это значит, надо 20 банок, 18650. Samsung. Плата BMS стоит сразу в аккумуляторе. Вот он, аккумулятор от гироскутера. Мерим напряжение на банках.
Так, 4, 4, 0, 5, 3, 6. Вот это самое маленькое напряжение. 4, 1, 4, 0, 5, 4, 10. В общем, все аккумуляторы более-менее находятся в заряженном состоянии. Только вот, вот эта банка, ну вот две банки запараллельные, у них напряжение 3,6 вольт. Я уже отпаял контакт, решил делать колхозный ремонт, то есть буду менять всего лишь две банки вот эти, самые плохие. Посмотрим, как он будет ездить. А в будущем, со временем, сделаю новую батарею. Пробуем оторвать ленту. Аккуратно. Расправляем немножко их. В общем, сюда можно будет перепаять или переварить аккумуляторы. И со стороны минуса тоже надо оторвать. Вот нашел аккумуляторы, они новые, но немножко другие. Буду ставить их. А пока их подключил к блоку питания и заряжу их до 4,1 вольта. Аккумуляторы подзарядились, теперь их можно соединить. Теперь надо соединить с батареей. Но на плюсы надо положить такие вот изолирующие колечки. Для большей безопасности. Варить их тут немножко неудобно. Припаяю голову. Аккумуляторы припаяны. Осталось припаять вот этот хвостик. Готово. Напряжение на выходе 40,7 вольт. Теперь это надо все запаковать и ставить на гироскутер. Скрутил изолентой. Можно ставить на гироскутер и проверять. В общем, проверил батарею. Эффекта никакого. Также вырубается. Буду менять все аккумуляторы. Полная перепаковка аккумулятора будет. Сделал вот такие сборочки. И поставлю, как они должны быть. Отпаял 4 контакта. И снимаем первую пачку батарей. И здесь под картонкой 4 контакта. Это контакты, которые вот эти средние. Разбираем дальше. На плате припаяны контакты. Площадки вот такие прямоугольные небольшие. А уже к ним на сварку приделаны аккумуляторы. И надо сейчас вот эту площадку, которая припаяна к плате, отпаять. Вот тут оторвалось немножко
все контакты отпаяны. Снимаем плату BMS. Вот она. Теперь надо сюда сделать новые аккумуляторы. Между банками проложил двухсторонний скотч. Собираем это все на двухсторонний скотч, чтобы это все было в куче и не разлеталось. Это старая батарея, а это новая. Проверяем, все ли правильно расположено, и ставим плату BMS. Такие вот вкладочки. Осталось припаять перемычки, как здесь. И батарея будет готова. Вот и все. Батарея собрана. Смотрим напряжение. Они не заряжены. Надо зарядить, проследить, как они заряжаются, запаковать и испытывать.